сердце. Живое сердце человека, зараженное песчаной чумой. Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга, и это Мор Утопия. Мы с вами продолжаем играть в эту замечательную игру. И что ж, у нас предстоит очень интересное задание, как мне кажется. Мы пойдем освобождать Буруха. Так, мы по-прежнему в компашке Грифа. Но давайте-ка глянем, как и куда нам. Нам, в принципе, не куда-нибудь, а просто-напросто обратно. Надо выйти вот здесь и отправиться сюда на заводы. Я так понимаю. Давайте так и сделаем. Время идет. И, к сожалению, друзья, мне пришлось тут немножко перезагрузиться и чуть-чуть пройти по новой. А почему? А да потому что сохранка не сохранилась, где мы с вами расставались в прошлой серии. Мне пришлось до этого кусочка приходить по новой. И, как говорится, нет худа без добра. Я встретила крошку, у которой был порошочек, друзья. Нам крошка продала порошочек. Я никогда так не радовалась, к сожалению, вот сейчас не попало это на запись. Но, тем не менее, у нас есть 3 порошочка, поэтому та самая инфекция, которая, как мне кажется, все-таки где-то мы какую-то инфекцию сейчас я подхватил. Так, куда я спустилась? Мне ж не сюда. Ёлки, вот они, радости-то, гадости. Наверное, как-то здесь можно пройти. Вот, так что, если что, у нас 3 порошочка, они, конечно, вредные, но всяко лучше, чем ничего. Итак, вот они, те самые заводы. И дайте-ка я, наверное, все-таки возьму винтовку. Она вроде как заряжена, да? Потому что... Это все хорошо, но мне так кажется, что нам и самим придется там поучаствовать. Ну-ка. Че, нет? Эй! Мы же еще и денег отдали. Так, подождите, тогда давайте-ка я еще раз почитаю, в чем дело. Задачи дня, другие дела. Вообще-то это задача дня. Нужно встречать Буруха на месте, пока мои наемники не закончили свою черную работу, а то лови его потом опять по всему городу. Ну да, ну да. А где? Народ-то. Или мы сюда прибежали быстрее, чем прибежали они. У меня нет времени ждать, дорогуша. Я могу, конечно, этих пострелять. Но... Ну, очевидно, придется ждать. Хорошо. Давайте подождем. Я просто даже не знаю, как это будет выглядеть и сколько мне ждать. Но давайте пока ждем. Пробежимся к мусорникам. Нет, ничего нет. Ничего нет. Так, и посмотрим на карту. А я все правильно поняла вообще? Может быть, Гриф окажется. Но мы с ним уже говорили. А Рубин? Или... А, друзья, мне надо из управы выпустить людей. Вот оно где. Все, понятно. Зря я здесь топчусь и зря я сюда пришла. Елки с палками. Побежали. Правильно, он же сказал, что надо из управы выпустить. Тогда будет кому тут воевать, если я правильно поняла. Ладно, пошли выпускать из управы. Деньги у нас есть. Хотя, я так помню, что еще с Анной Ангелом тоже надо делиться. Угу. Так, нет, дружочки, тут мне нужен нож. Если что. Тут опять какая-то потасовка. А, они его уделали. Хорошо, молодцы.
Так, пацан, ты мне тоже нужен? Нет, не нужен. Дядька? Да. Ой, нет. Вот так. Управо. Так, как мне туда лучше добежать? Ну, теоретически можно так и добежать. А заодно поменьше, как говорится, с народом общаться. Вот у такой вот крошки был порошочек, представляете? Правда, она хотела за него H10 хотела. Сейчас ничего у тебя нету. Так, ага, и вот еще. Сегодня какой-то тьфу-тьфу-тьфу удачный день. Ну, на этом наши бутылки закончились. Итак, управа. Собираем новую тару. Так, где-то здесь, да? Нет. Где-то здесь. Вот она. Придется заплатить этим птицам, а что делать? Где тут был вход? Так, еще раз посетим мусорник. Во как. Время. Так, какую дверь я заходила? В эту? Нет. Вот в эту. Еще есть кто в живых? Почтеннейший бакалавр. Я собрал деньги, забирай. Ах, 60 тысяч они хотели. Я собрал... Так, берите меньше, я не успею скопить 60 тысяч. Давайте посмотрим. Мы же не на базаре, почтеннейший бакалавр. Им грозит смерть еще немного, и у вас не будет возможности получить за них хоть сколько-то. Вместо того, чтобы идти в кабак пропивать мои деньги, вы пойдете копать яму... Для них яму на кладбище. Хоронить мертвых — наш долг. Я вижу, как вы блюдете свой долг, негодяи. Забирай. Что ж, пусть идут. Мы будем скучать без них, не сомневаюсь. Впрочем, что скоро комендант подарит нам новых гостей. В ближайшие дни тебе скучать не придется. Я позабочусь о том, чтобы комендант передал тебя на зачистку зараженных домов. Все, мы выпустили людей. Как интересно. Кат-сцена. Так, ну что ж, мы всех выпустили, и я очень надеюсь, что они были не зараженные. Иначе, как говорится, благими намерениями у нас будет выслана дорога. Сами знаете куда. Итак, ага. И теперь, в принципе, мы обратно можем и уйти. Так, магазин, я не помню, я сюда заходила. Опять голод. Хорошая вещь. Так, а сколько у нас? 48 тысяч, да? 347. Ну, давай, ладно. Купим провиант. Еще заглянем. Ух ты, как мы удачненько. Теперь надо еще найти бочку с водой. Что-то как-то они мне не попадались. Ну, я на них особое внимание не обращала, честно говоря. Так, я сюда заглядывала уже, не помню. Да. Так, вся та же дорога. Ну, теперь я так думаю, что все должно быть в порядке. И Буроха выпустят. Пацаненок, что у тебя есть? Патрончики. Так, 4, да, ты за них хочешь?
А вот держи-ка ты. Видите, у меня теперь здесь и лом появился, цена одна. Так, раз, два, три. И еще. Иголочки, конечно, у девчонок есть, ну да ладно. Вот так вот. Все, до свидания. Здесь главное, чтобы теперь не встретились нам лихие люди. Вроде все спокойно. Так. Берем сразу ружо. Давай смотреть. Или я что-то проглядела. Слушайте, ну смотрите, неужели меня гриф надул, а? Черт бы его побрал. Так, тогда я сейчас пойду к грифу опять разбираться, где его люди. Или есть какое-то определенное время, когда он должен это сделать? Придется к нему опять наведаться, друзья. Время идет, мы, конечно, все время тратим. Давайте посмотрим, что у нас с заданиями. Ага, все, людей мы выпустили. Это у нас закончено. Так, нам в 9 надо встретиться с девчонкой. А задачи дня мне главное бурых, бурых, бурых и его работа. А, или подожди. Слушай, мне, наверное, надо было поговорить с самим Бурохом, может быть. Ну-ка, давай-ка. Действительно, наверное, подойти, сказать, что там все такое, типа, отойди подальше. Сейчас сюда придет банда. Я надеюсь, банда, что меня не кинул. Не кунул, не кинул. Не прокинул этот чертов. Блин, компот. Ну да, репутацию-то мы себе попортили. Попортили мы себе репутацию. А что делать? Убили. Ну и фиг с ней с этой репутацией. Так, дверь-то мы открыли. А дальше что? А что здесь у нас? Эй! Выходи! Или я тебя сейчас пристрелю тоже? Или мне надо у кого-то ключи найти? Ну, у этих нету ключей. Или мне нужна отмычка, чтобы ее сломать? Черт. Вот терраса. А время идет. Я не могу войти. Так, друзья, ну, либо эта игра у меня забаговалась, что может быть, конечно, и правдой. Давайте попробуем выйдем и снова зайдем. Сейчас так раз, а Буруха уже тут нету. Или еще не все? Здесь никого. Здесь тоже никого.
Это очень странно. Чего-то я не пойму. Ладно, давайте сейчас я тогда буду искать, друзья. О, как обычно, сохранка была далеко. Ну, давай. Усталость добавилась. Давай посмотрим на задание, что у нас там. Задачи дня. Все, нужно встретить Буруха на месте, отулови его потом по всему городу. Ну, вот я его и встретила по всему городу. Репутацию мы себе вдобавок к всему еще испортили. Где наша репутация? Ну вот, видите, на такой хвостик. Ну, ладно. Это не так страшно, как то, что не хочет продолжаться задание. Вот, по идее, я должна была открыть дверь, я так понимаю. Кстати, а у меня есть, может, отмычки надо сломать? Да есть, вот, пожалуйста, отмычка, отмычка. Ключей, ну, нету на этом. А, или подожди. Или все-таки... Где еще один? А где один, которого я убила? Его нету. Может, я действительно ключи как-то не... Ну, не показывает, что на них что-то есть. Я же посмотрела. Да, друзья, ну что ж, ладно, будем искать выход, как я и говорю, что-то в этой игре сломалось. Ну, уже как бы и не первый раз. Ладно, увидимся с вами немножечко попозже. Итак, пробуем. К сожалению, вот что значит не сохраняться. Сохраняйтесь. Пришлось мне с самого начала. Я сейчас бегу от грифа. И я так думаю, еще не освобождали мы никаких заключенных. Я так думаю, что, может быть, как раз все начнется просто из-за того, что мы не пошли дальше. Да, мы просто не пошли дальше и не пошла кат-сцена. Не надо было никого выпускать. Прячем винтовку. Давай попробуем. Точно, видите что? Его тело исчезло, а ключик-то мы и не забрали. Вот в чем дело. Вот где собака порылась. Но сейчас нам придется еще тогда всех этих заключенных освобождать. А вот оно в чем дело. Елки с палками. Бурах! Что? Что? Он еще таким образом что? Так, Гаруспик, да, вот мы и встретились. Ой, он, пешки на этой страшной доске, где каждая клетка чернее самого черного цвета. Как друзья, мы встречаемся или как враги? Сожрет один другого, или мы разойдемся, каждый по своей, к своей победе? Так, слушай, ты мне нужен, поэтому хорош тут философствовать. Как мы можем быть врагами, если у нас общий враг? Не в моих обычаях отвергать протянутую руку, но скажи мне, почему говорят, что ты пересекаешь мне путь, подвергаешь опасности тех, кого я пытаюсь спасти. Давай так спросим. Тебе говорят неправду. Видишь, лицо вытянулось. Почему говорят, что ты идешь к своей победе по трупам, что ты потопишь этот город в крови? Да мало ли что говорят. Прекрати, бакалавр, задавать дурацкие вопросы. Да, я утоплю этот город в крови. Как так предсказано? Ты знаешь, я происхожу из степного рода. Мы знаем цену словам, которые предсказывают судьбу служителей. Я убиваю одних, чтобы спасать других. Это все, что я могу сказать в свое оправдание. Я уважаю тебя, но мы с тобой не поладим. Я узнаю в тебе себя. Я вижу, как за твоими плечами движутся руки твоей судьбы. Ты пешка, а я игрок. Мы увидим в конце, кто из нас окажется пешкой. Право на то, чтобы стать игроком, нужно заслужить. Прощай, бакалавр. Подожди, мне нужна твоя помощь. О чем ты хотел бы меня попросить? Только знай, что прямо сейчас мне придется отправиться на рискованное предприятие. Я уже обещал помочь. Помощь одному человеку. Нам с Рубином нужно выловить живую бактерию, чтобы сделать защитную вакцину. Понятно, мистер Рубин заботится об общем благе. Он достоин уважения.
Ты поможешь нам достать сердце зараженного? Да, обо всем уже договорились. Но я буду действовать в одиночку. Встретимся в плотном задворке в 9 часов. Я выберу умирающего, отнесу его в укромное место и начну работать. Ищи меня в округе. Возможно, мне придется много перемещаться. А почему в 9? В 9 темнеет. У меня в этом городе уже много врагов. Мне нужно работать в темноте. А если случится что-нибудь непредвиденное, я раскрою умирающего и начну работать с ним. Если меня найдут, я уведу охотников. Тело оставлю для тебя. Пусть моя жатва сослужит вам со Стахом хорошую службу. Хорошо, я найду тебе, Бурых. А еще мы можем о чем-то поговорить? Да. Нет, не можем. Итак, слушайте, а мне это немножко подозрительно. Знаете почему? Потому что это тот же самый переулок, в котором собирается меня ждать Вера. О, ладно. Ладно, друзья. Тем не менее, у нас с вами сейчас дубль 2. Мы пойдем спасать этих самых запертых. И знаете что? Я так думаю, что, может быть, как говорится, что не делается все к лучшему, потому что мы сейчас себе репутацию подпортили, да? Вот. А если мы этих освободим, по-моему, там прибавляется репутация. А может быть и нет. А, черт возьми. Ну, все то же самое, вся та же картина маслом. Мы успеем, не успеем его воткнуться. Успели. Но найти мы ничего в нем не найдем. Жалко. Ну да ладно. Крошка, порошочек есть? По-моему, мы ее спрашивали. Да, возможно, что да. Идемте по своим делам выпускать. А хотя у меня уже все смешалось, да. Мы же здесь с вами ходили. Но это-то не сохранилось в игре. Теперь у нас как бы все по новой. Вот, видите, этих у нас... Снова 5 бутылок. И снова я пытаюсь отдать 6. Все повторяется. Хотя, в принципе, игра довольно рандомная. И если вы встречаете человека сейчас, то не обязательно, что он будет торговать теми же вещами, что и раньше. Кружка. Все таблеточки. Так, я опять иду не в ту сторону. Да, конечно. Кое-что у нас всегда очень и очень стабильно. Вот в этих мусорниках было много всего хорошего. А сейчас уже... А нет, все то же самое. Так, девчушка. Патрончики. Так. Колечко 5. Это колечко 3. А, подожди. Нет, эти патроны мне вообще не нужны. Подожди, а почему 2 раза бахнуло время? 18. 3 часа. Теоретически мы могли где-нибудь, наверное, бы зайти и поспать, но... Я даже не знаю. Так, и, как видите, с этим торговаться нечего. Надо ему сразу отдать. Собрал деньги, забирай. Что ж, пусть идут. Да, тебе не придется скучать. И вот теперь понятно, что эти люди и не были. Почтеннейший бакалавр, работайте, работайте. На зачистку пошлю тебя. На зачистку. Посмотрим нашу репутацию. Нет, ничего нам не добавили. Абсолютно все равно. Кстати, то получается, что это дополнительное задание. Смотрите, мы могли и не выпускать этих людей.
Да, оставит деньги себе, потому что у нас сейчас, конечно, 49 тысяч есть. И да, надо к Анне Ангелу прийти. Где она там у нас? Нам придется немножко пройти по выгоревшему кварталу. Сейчас мы разворачиваемся обратно. Опять я не в ту сторону, да? Нет, на сей раз в ту. Так, я, кстати, магазин, я уже не помню, заходила или нет. Ой, хуже нету, конечно, когда вот происходят такие вот вещи, когда у тебя в голове уже остается, что у тебя есть это, то ты заходил сюда, то потом проходишь все по новой. А, смотрите, овощи 1050. Слушай, а может мне тебе что продать? Потому что, а вдруг сейчас Анна скажет, что... А вот давай-ка ты сюда мне. Ну, я не соберу 600 с лишним денег, да? Морфин. Ух ты, какой он дорогой. Мирадорн. Кстати, у нас много Мирадорна. А давайте-ка мы ему как раз и продадим. Так. И еще что-то ему надо продать. Давайте попробуем еще один продать. Что это, кстати? Афин. Вот, потому что, а вдруг сейчас этой Анне надо будет отдавать деньги? 50 тысяч. Это будет неприятно, если у нас их не будет. Она выпустит на нас свою кошка-кошка. Трам-пам-пам. Неприятная барышня. Я вполне могу себе представить, что она запросто может всадить. Нож в спину. Там идет бандюган. Так, реагировать будем? Реагировать будем? Ой-ой-ой-ой-ой. Как он у нас отнял здоровье. Мама мия! Ребятки, посмотрите, что у нас творится со здоровьем. Катастрофа. Это что ж такое-то? И ничего нету. Ладно, применим бинтик. Надеюсь, что мы не умрем. Блин. Как-то я думала совсем о другом, и почему-то я подумала, что этот кинется на стражников, но ничего подобного, как видите. Не стал он кидаться на стражников. А стражники тоже не очень расторопные. Ну, на самом деле, сейчас, собственно говоря, мне вот эти бандиты кажутся даже каким-то малым злом. Потому что по сравнению со всем остальным, что здесь творится с крысами, с этой чумой. Бандиты уже такая мелочь. А вот и бочка с водой. Девчушка, есть что? Патроны, да. Два. Как невыгодно с тобой торговать, милая барышня. У меня все по три, а у тебя только вот патроны. Больше ты ничего не берешь. Держи две иголки. Что делать? О, мужик. Отлично.
Это кажется, что там бежит у нас этот жулик. Нет? Да? Да, бежит жулик. Давай-ка попробуем тоже воткнем. Ага. Мы его добили. Твою же душу, а! Блин. И, конечно, его уже нету. Чёртова крыса! Непонятно, есть инфекция или нет. Но здоровья и так нет. Давайте спрячем нож. Очень не хочется заходить к этой даме с ножом наперевес. Отвечала кошка, да, помолчав немножко. Угу. Что, зашел посмотреть? Ну? Зашел посмотреть тебе в глаза, Анна Ангел? Нет, ничего и не надо, зря мы сюда перлись. Только потерпели. Только потерпели. Так, что теперь тогда? Нам надо ждать 9 вечера, я так понимаю, да? Здесь у нас все, здесь все. И ближайшее, где мы можем переночевать. Кстати, у Аннушки-то, может быть, мы можем переночевать, как вы думаете? Есть у тебя тут где-нибудь коечка? Есть. Порыться у нее нельзя. Но коечка есть. Можно спать. Подожди, нет, давай-ка не будем. Часик можно поспать. Давайте для этого мы... Так, провиант. Ну, будем есть хлеб. Что делать? И, наверное, больше ничего, потому что здоровье все равно не восстановится. 20:16 или 2 часа. Ну, мы еще должны дойти, поэтому давайте просто час. Ничего у нас не восстановилось, только немножечко ушла усталость. Здоровье надо, конечно, Мирадорным восстанавливать. Ладно, пошли. Смотрите-ка, Аннушка не требует от нас денег. Где у тебя был выход? Пока что. Кстати, я все хотела зайти сюда. Нет, здесь просто темная комната. Так, теперь смотрим, куда нам надо. Вроде как бы даже недалеко. Давайте используем это время, чтобы спокойненько полазить по мусорникам. Может, даже зайти в магазин. Черт, это опять нету. Хотя, по-моему, я была уже в этом магазине. Я, бог его знает. Может быть, когда мы спим, у них обновляется ассортимент. Ничего подобного. Ничего подобного. Так. Окей, как нам дальше быть? Как-то вот сюда. Дом Сабуровых. По-моему, где-то тут был проход. Так. Ага, и потом туда. Так, девчушка. Меняться. Такие патроны. Ну, наверное, пока что не нужны. Так, мужик, ты, наверное... у меня опять все испортилось. Ружо. Давай чинить. Ты мне вообще все починил. Так, одежный магазин. Слушайте, ну раз такое дело, кстати, я могу заходить в эти дома? Нет, теперь тут закрыто. Мы идем рано. Давайте-ка зайдем в одежный.
Посмотрим, все-таки, может, какие-то сапоги, которые защищают от крыс. Я не знаю. Ага. Плащ-репеллент. Длинный плащ синтетической ткани. А в такой вот ходит зараженная, кстати. У него есть три иголки, которые я бы, кстати, купила, потому что у этих девчушек за 201 мы ничего не поменяем. Так, окей. Кстати, можно у грифа тоже покупать патроны, если уж на то пошло. Тебе можно продать отмычку. Откуда у меня их столько, я не знаю. Можно скальпель ему продать. Давай. Вот так вот. Потому что у меня есть ножи, я так поняла, что скальпель мне тут не понадобится. И если что, мы знаем, где мы его продали. Знаем? Я надеюсь, что знаем. Так, ну я опять куда-то не туда вышла, ёлки. Мне надо. Так, и сейчас вот сюда, так? Нет, в другую сторону. Только что оттуда пришли. Так, что ли? Ну, получается, что да. Так, время. 50. 10 минут еще. Ну, давайте придем первые. Господи. Подождем. Сюда, да? Ой, я вижу бочку. Ага. Ну, еще никого нету. Ох, ох, Андрей Пинцет. Блин, друзья, тут куча трупов. И, по-моему, это... Вот оно и 9 часов. И это та самая барышня. А Рубина нету. О! Сердце. Живое сердце человека, зараженное песчаной чумой. Офигеть. Это вот эту девчонку зарезали. То есть она была больна. То есть она была... Ах, вот почему она, наверное, говорила, что... Ох ты ж, ёлки с палками. Так, и мне сейчас срочно надо к Рубину. Ай-яй-яй, как отсюда теперь выходить? По темноте. Доставить это дело Рубину, пока он же сказал скорее-скорее, да? Ну, во-первых, пока еще день не прошел. То, ёлки, так по идее, я так думаю, что мы, наверное, могли сюда и пораньше прийти. Как мне кажется. Могу ошибаться. Давай вот так вот все наперекосяк, наискосяк и бегом. Она и сказала, что последние дни я хочу там так-то тарам-парам дожить там типа спокойно и так далее и тому подобное. Вот почему. Где мы? Господи, какая темнотища, друзья. А что делать? У нас фонарик есть, конечно. Но он будет работать очень и очень быстро. Недолго. Так, как мне дальше? Вот на набережную я выбралась, то, что я хотела. Теперь мы можем, в принципе, наверное, все так же и сделать. Вот так, сюда, по насыпи и к Рубину. Иного пути нет. И давайте посмотрим наше задание. Так, другие дела невиновные у нас освобождены. Поджигатели. Мы увидели зарезанную девочку. Слушайте, а с этим делом еще не решено. Надо, наверное, будет... Ой. Надо, наверное, будет наведаться к отцу. И он нас зарежет. Какая прелесть. Так, все, да, идем здесь. Возьмем нож.
который нам не сильно поможет. И что ли сделать с охранкой, я даже не знаю. Да, давайте на всякий случай сделаем. Поскольку вот она, темнотища, и вот он, тот самый неблагоприятный райончик. Вот это кто там? Друзья, темно, как у афроамериканца под мышками. Заметьте, я выражаюсь толерантно. Так вот. Кто-то где-то плачет. Наша репутация никак не повысилась, хотя мы зарезали того злодея, вы увидели. Кто-то где-то бежит. Потому что я слышу эти там-тамы. Ёлки-палки, что за нами кто-то бежит? Да нет, вроде. Ай! Ну, что делать? Что делать, друзья? Вот так вот оно и есть. Прохождение 9. Сколько сейчас у нас? Я очень надеюсь, что мы успеем добежать хотя бы к 10. То есть на все про все у нас остается меньше 3 часов. И тут еще с этой чумой, елки. С этими крысами! Да блин, а здесь-то откуда? Подожди. Одежда. Че, я хватанула, да? Похоже, что да. Да похоже, она и так была, эта инфекция. Что-то я с этим ничего не вижу. Визиром. Там-то откуда была? Там никогда не было на железной дороге. Я именно поэтому и пользовалась железной дорогой. Все, хватанули. Хватанули. Потому что спешим. Потому что спешим. Так. Нет, мне не это надо. Вроде еще нет. Смотрите-ка. Может, нас спас наш иммунитет? Я не знаю. Рубин, короче, все, на. Здесь они долго меня не найдут. Готово, доктор. Кажется, на сей раз то, что нужно. Теперь очевидно, что это за бактерия. Извилистая рогатая мерзость. Вам будет что показать посланцу Метрополии. По крайней мере, теперь мы можем полюбоваться на нее и даже дать ей имя. А что, последняя версия отличалась от остальных? Назовем ее в честь посланца Метрополии. У меня такое чувство, что он создает нам больше проблем, чем эта зараза. Завтра к утру вакцина будет готова. Откуда вы принесли этот образец? Мне дал ее Бурах. Так, сердце одной... Ну, Бурах мне ее не дал. Сердце одной юной танцовщицы. Возможно, проститутки. Да, как странно, бакалавр. В эти дни я уже научился различать по крови характер и душу ее прежних хозяев. Вот кровь эгоиста, вот кровь поэта, вот кровь смертельно уставшего человека. А вот кровь того, кому было суждено великое будущее. Это незаурядная кровь. Да, ей было суждено великое будущее. Ну, а что ж теперь? Так, что теперь? Теперь я буду делать вакцину, но сколько же вырезанных сердец потребуется для того, чтобы изготовить ее в достаточном количестве? Боже мой, теперь мы будем резать сердца направо и налево. Главная техника. Мы сможем предъявить рецепт инквизитору, пусть он разбирается с тем, как изыскивать для нее компоненты. Собственно, для этого он сюда и едет. Согласен. Так значит, приходите завтра с утра или даже этой ночью. Вакцина будет готова. Вы сможете ее испытать. Так, какими свойствами на утром зайду и испытаю? Ну, это само собой очевидно.
Какими свойствами? Еще не знаю. Придется ее испытывать. Но поскольку это не полноценная вакцина, а лишь защитное средство, думаю, она будет давать гарантированную защиту от заражения. Но лишь на определенный срок, не навсегда. Но это лучше, чем ничего. Иммунитет, здоровье, голод, усталость. Итак, смотрим, что у нас по заданиям. Все, основное задание у нас сделано. А вот другие дела... Так, очень вероятно, не ребенок, девочка будет ждать. Так, ну что ж, нам... Прямая дорога. Черт, похоже, я опять хватанула эту фигню. Кольцо какое-то нашли. Давайте уйдем отсюда. И отправимся к Горбуну. Наверное, нам надо все-таки сказать ему о том, что произошло. Вот я не помню, нам удастся здесь пройти. Наверное, нет. Опять зараженный квартал. Да? Да, елки с палками, придется идти по зараженному кварталу. Черт, черт, вижу, 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 скорее. Бочком. Блин. Все, хватанули. Хватанули чертову инфекцию. Все было так хорошо. Блин, компот. Эх. Эх, друзья. Ну ладно, тем не менее, давайте закончим этот день. Как бы там ни было печально все это, продержаться весь день и хватануть уже на выходе инфекцию. Ну что ты будешь делать, а? Одежда. Можно снять уже. Уже не надо. Я похуй знаю, это может быть, они хватанули. Пока непонятно. Ну, что-то мне кажется, что это не первая, не последняя инфекция, друзья. Так что ладно, оставим все как есть. Иммунитет вроде есть. А ты бесполезный мужик. Все может закончиться вообще плохо. Может быть, нас сейчас этот горбун прирежет, и все, и сказочке конец. И зря мы тут стараемся. Но не сообщать нельзя. Ах, елки с палками. Так, если что, то я бы, наверное, взяла бы винтовочку. На всякий случай. Ну, что? Так, у меня плохие новости, крепись. Она заболела? Она скончалась. Как? Кто-то заразил ее? Возможно. Или ее убили. Что мы скажем? Скажем, возможно. Вы не виноваты. Это кто-то другой виноват. А? Кто-то обнимал ее заразными руками. Целовал своими черным проваленным ртом. Но я отомщу. Да, мы найдем его. И очень многих других таких же. Я соберу братство фанатиков, и мы сожжем их. Будет славно. Так и без вас на улицах хватит фанатиков. Я слышал, они убивают здоровых, а мы будем сжечь заразу. Авось еще успею сжечь заживо того гниющего, который обнял ее колени.
Успею, пока его не сожгет изнутри песочная чума. Мор отнял у меня девочку. Я выжгу его, выжгу, истребим его. Самый бредовый способ борьбы с эпидемией из всех возможных. Даже и не думай. А деньги ты мне больше не дашь, нет? Ну что, ничего. Итак. Финал неожиданный. Девочка мертва, горбун от горя едва не сошел с ума и теперь готовится сжечь город. Да не в одиночку, а с помощью банды помощников. Только группы осатаневших поджигателей тут не хватало. И все моими стараниями. Будет чем похвастаться инквизитору. А что я могла сделать? Ничего. Задача дня у нас тоже закончена, друзья. Уходим. А я могу его пристрелить? Наверное, нельзя. Что-то мне подсказывает, что... Нельзя так делать. Ладно, давайте-ка мы направимся к нашей подруге. Так, здесь я уже была в этих... Да ни-ка мы к ней не заходили. Придем и припадем к ней. На руки и скажем: ах, Яна. Ева Ян, вернее. Какой ужас. Гороспик раскроил живого мясника. На сей раз это точно были очевидцы. Да? Ну а что делать? Голова ужасно болит, но это пройдет через некоторое время. Так, хинин может помочь, если ничего лучшего нету. Ну вот и поговорили. А вообще, в принципе, мне нужна кроватка. И, насколько я помню, у меня, кстати, там наверху была вроде как даже моя комната. Давайте-ка мы уже туда тогда и добежим. Вот здесь есть то, куда можно что-то оставлять. Я думаю, что я сюда, друзья, наверное, сложу медикаменты. Может, и не сложу. Что ж, тем не менее, давайте спать. У нас что там с голодом? Провиант. Есть у нас нечего. Черт возьми, у нас нечего есть. Ёлки с палками. Сколько у нас время? 23 часа. Хорошо, ладно. Голод есть, но тем не менее... пьем Мирадорн. Так. И ложимся спать. Да, на 6 часов. Да, друзья, я вижу инфекция. И она растет. День подошел к концу. Благодаря вашим своевременным усилиям, люди, которые стремились помочь вам в ваших трудах, не успели подвергнуть себя опасности. В театре маски репетируют новую пантомиму. Итак, друзья, у нас новый день. У нас 5 часов. И, в принципе, еще есть время до 7, пока не начнется новый день. Но это время мы с вами используем как раз для того, чтобы сбегать и посмотреть пантомиму в театре. И, кроме того, всего прочего... Прочего того, я, наверное, все-таки попробую перепройти кусочек, неудачный кусочек, когда нас кусила крыса, и мы вообще непонятно зачем зашли к этой самой ангельше. Просто чтобы получить укус крысы и урон здоровью. Вот. Если это получится, то мы с вами увидимся на том же месте в тот же час, собственно говоря, вот здесь. Но уже в добром здравии, я надеюсь. Что ж, а тем не менее, всем, кто посмотрел эту серию, я говорю огромнейшее спасибо. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.